конференц-зале Центральной лаборатории контроля ПАО ММК состоялась встреча заместителя генерального директора группы с металлургами, чей труд был отмечен подписанием индивидуальных контрактов. Такая форма материального стимулирования на комбинате практикуется уже много лет, а ее эффект простирается дальше арифметического увеличения зарплаты. Игорь Гурьянов продолжит. Подписание индивидуальных контрактов – процедура ответственная для обеих сторон. Для рабочих – это адекватное признание и оценка их работы. Для руководства – это возможность посмотреть в глаза тем, на кого можно положиться. Сегодня немодным стало слово «ударник», но именно оно передает максимально точно их формат работы, их участие в развитии такого гиганта, как ММК. В зале больше 80 человек. Разные переделы, разные должности и оклады. Объединяет этих ребят многое. Главная черта – им не все равно. Как работает он сам, его бригада, цех, передел. Поднявшись над будничной заурядностью, повышенными производственными показателями, они со своих рабочих постов видят и высокие цели предприятия, и стратегию, и, если угодно, его миссию, предназначение. Можно посчитать тонны готовой продукции, личный вклад в эти миллионы тонн. Мощь страны арифметике не поддается. Как невозможно цифрами обозначить гордость за компанию. Выше сумм в табульках и такое понятие, как удовлетворение от работы. Не путать с удовольствием. Вот его-то на Литейном дворе или у разливочного агрегата МНЛЗ как раз нет. Наверное, некорректно было бы назвать подписантов индивидуальных контрактов словами из риторики Владимира Ульянова «рабочая аристократия». Скорее, это рабочая гвардия. Лучшие среди равных. Авангард. Пример для подражания. На них руководство компании делает ставку прежде всего как на наставников молодежи. Впрочем, хватит лирики. Разговор на встрече был полон миллионов тонн, перспектив новой аглофабрики, мировой конъюнктуры на прокат и прочих металлургических тем. Да и сами контракты также выражены в суммах. Просто деньги – это самый понятный, самый простой общий знаменатель, но не главный, смеем утверждать, зная многих контрактников лично. И недаром церемонии подписания приурочивают к Дню металлурга. Это торжественно и очень правильно. Игорь Гурьянов, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВН.